Итак, мы продолжаем прохождение Фейри Фэнсер и сейчас отправляемся в перевернутую башню. А в этом подземелье мы еще ни разу не были. Ну и да, иконка выглядит как обычная башня. Надеюсь, она будет не очень сложной, и по крайней мере босс, который нас там будет поджидать. Эрин, вспомнила хоть что-нибудь? Давай зайдем поглубже. Народ, вы ее слышали? Двинули. Я спасаю богиню, в принципе. Стараюсь спасать богиню. Я совершенно не читал гайды по прохождению и как получить какие концовки. Получим ту концовку, которая получится. Вот, как-то так. Я не иду совершенно ни по какому руту. Я хочу получить ту концовку, которая просто получится именно из тех вариантов ответов, которые... из тех действий, которые я выбирал. Это если я вдруг когда-нибудь решу перепройти игру второй раз, тогда да, я, возможно, пойду по какому-то определенному руту, чтобы получить какую-то определенную концовку. Вот, как-то так. На нем хватит его. Ну, здесь иногда попадали диалоги, несколько диалогов, и приходилось выбирать, с кем конкретно поговорить. Как-то так. Это работает. Вроде бы как, но это не точно. Да где плюшкин? Поразбрасывали всякой хрени, а плюшек нету. Японцы, блин. Так, движемся дальше. А здесь мы уже, кстати, продвигаемся как бы вверх, ага. О, господи, это может быть больно. Да, это больно. Блин, вот угораздило же, а. Минус пол хп сразу, сходу. Да давайте спамьте магии по одному персонажу, твари. Господи, все в меня достали. На, это уже бога. Да я тогда мало из него мечей вытащил. Не, ну это как бы видно ж было, что я почти все мечи вытащил из богини. И только пару из лжебога, и то потому, что мне нужно было очистить эти фьюри, чтобы получить доступ к другим этажам башни. Ради плюшек. О, какие же здесь мобы-то толстые. Не-не-не, у меня нет никакого желания вас пинать, я просто хочу попасть быстрее к боссу и к ивенту, который в глубине башни. Так что, пожалуй, пропустите меня вперед. Так, Фэнк, ну-ка давай-ка включай режим Кирита. Самое время, наверное, сейчас его использовать. 900 по Этель. Да вы упоролись там. С таким-то уроном. Ладно, хорошо, я понял. Мне кажется, или эти твари тоже под... Эти твари тоже по два хода подряд кастуют магию. Это типа справедливо, это типа честно, да? О, господи. Так, все, ладно, тогда попробуем добить вот это. Нет, не добьем, ладно. Возможно, сейчас добьем. Тоже нет, тоже ладно. Ладно, еще один водоворот используем. И промах. Последний. Вот добили бы мы тут тварь. Так, у кого тут хп побольше? Ну, у кого? У всех примерно одинаково. Ладно. Тогда за вот этих двух попытаемся одновременно слить. Если попадем. Так, ладно. Хоть Фэнг нас не разочаровал и сделал минус 2. Ох уж эти снайперы. Давай, и ты сейчас, давай, 3 фаербола еще кастани в отельку. А я, может, тоже хочу по 2 раза магию кастовать, почему нет? Почему им можно, а мне нельзя кастовать магию по несколько раз? Это как минимум несправедливо, блин. Ну и все, отмучились. А это, между прочим, самые обычные мобики. Ладно, хоть фейки мы свои папали.
Да, и ну пассии бы... Не, надо похилить, потому что еще одно такое сражение, и точно кто-нибудь у нас отъедет. Так, ну и Этельку, само собой. Так, нет, 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 простите, пожалуйста, я, пожалуй, побегу дальше. Нет у меня никакого желания с вами пинаться. Блин, мне бы какую-нибудь способность пассивную, которая бы позволяла избегать сражений с врагами, я был бы чертовски этому рад. Так, чего у нас здесь есть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да мана сейчас особо пока не нужна, по сути. Это потом, если доберемся уже до ивентика, там уже ману восстановим. Просто у меня лишний стимул будет сейчас просто не использовать навыки без особой нужды. Так, 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 окей, какое-то задание выполнили. Так, бежать, 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 не-не-не-не-не-не-не. Отлично. Ой, я надеюсь, она будет не очень большая, эта башня. Ну, блин, подземная эта башня, она была большой, там, ну, большие такие коридоры были. И их было, блин, много. Если бы я сейчас с каждым врагом здесь пинался, мне даже страшно представить, сколько бы я дошел в глубины этой башни. Бррр, мерзость. Ну, так, птичка. Нет, 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 птички, кстати, быстро летают, и от них сложновато свалить. Я хочу посмотреть, вспомнит ли что-нибудь у нас Этель... Ой, Этель... Эрин. Надеюсь, что вспомнит. Не зря же мы такой путь проделываем. Так, идите вы в пень, господи, где? Во, все. Так, на ту тварь я точно не хочу попадать. Прям совсем. Угу. Да, надо будет обязательно потом ману восстановить, не забыть, когда мы доберемся до ивентика, до следующего. Так, пень, блин, вот хоть одного, да надо же, блин, согреть. Ну ладно. Снова минус зелья, по-другому мы уже не можем, не умеем. Ладно, режим Кирита хотя бы работает. А вот бы еще Тиара попадала, мне была бы вообще прелесть. И Харли просто туда же. Отличные стрелки в отряде. Лучше просто не придумать. Самые лучшие стрелки на свете. Так, так, так. Где та тварь, которую нужно добить? Вон та тварь. Так, отлично. Две змеи всего. Так, и раз их две... Блин, давайте магию используем. Раз нам все равно потом придется восполнять персонажем ману, то я думаю, можно идти попинать чем-нибудь. Господи, хреновый из тебя Кирита, Фэнк, серьезно. Да здесь все у нас такие редкие, что, блин, не знаю. Меткость просто зашкаливает. Так, а кто там отваливается? Харли? Да, Харли, конечно, Харли. Кто еще у нас может отваливаться? Но Харли может, умеет и практикует. Все очень-очень плохо. Крайне плохо. 9 очков навыков. Ну ладно, пригодится. Я надеюсь, это последняя, да, локация будет? Да-да-да, да, надеюсь. Все, вот, ребят, мы добрались до ивентика, значит, здесь что-то будет по-любому интересное. Так. Осколок энергии. Давайте полностью восстановим всем персонажам ману, чтобы можно было использовать в случае чего ульту. Обязательно просто здесь засейвимся. Ну и пойдем. Похоже, тут тупик. Так здесь люди поклонялись богине, да? Похоже, стоило надеть что-нибудь из парадного. Куда более важно, где этот хренов канал веры? Следи за выражениями, ты свинья неблагодарная. Это же священное место. Действительно. Эрин, где, мать его, это чертов канал веры? Скорее всего, где-то тут.
Во, нашли! Наконец-то. Занятно. Это место скрывает какую-то тайну. Отлично, поторопимся и заберем то, зачем мы пришли, и свалим домой поскорее. Секундочку. ПДС Накихика. На каждом стриме у меня спрашивают про ДС, я уже устал отвечать. Я в ВК ПДС отвечал. Я на каждом стриме у меня спрашивают ПДС. Уже серьезно устал. Что это? Это ловушка? Блин, я же говорила тебе, будь осторожнее. У меня плохое предчувствие. Такое всегда случается, когда ты торопишься и действуешь необдуманно. А ты любишь поспешить, Фэнк. Умолкни. Так и было задумано. Я обожаю ловушки. Просто не смог пройти мимо. Это явная ложь. Эй, будьте осторожны. Что-то приближается. Чего? Что за... Мэрин? Я здесь. Тогда кто эти такие? Вау, три феи. Можно мне взять хоть одну из них? Я так не думаю. Эти феи выглядят так, будто не рады нас здесь видеть. Вы те, кто ищет силу богини. Это сила за гранью понимания смертных. Наглых глупцов ждет лишь кара. Это место станет вашей... Ясно. Это что-то вроде охранной системы, цель которой разбираться с каждым глупцом, что пожелает заполучить силу богини. Но почему они все выглядят как Эрин? Интересно. Ну, очень интересно. Не время удивляться. Они нападают. Ракурс. Ракурс. Главное, ракурс. Возможно, они выглядят так, как выглядит Эрин, потому что Эрин выглядит как богиня, или богиня выглядит как Эрин. Очень-очень любопытно. Единения нету, взрывной разрез, и самое время. А хоть посмотрим на урон. Блин, хотя Эрин пинать как-то не особо культурно, но... Не сказал бы я, что у нас есть какой-то выбор. Эрин, прости. Да не, вроде не очень сильные твари. Сдается мне, мы их запинаем без особых проблем. Ну, много Эрин, это ведь хорошо, правда? Можно даже одну отдать нашей феи-манке. А, так. Главное сейчас как можно больше ауе атак использовать. Просто чтобы побыстрее с ними разобраться, затягивать, я думаю, это не лучший выбор. Так, ну и камнепадом, блин, трех бы задеть как-нибудь. Нет, ладно, ну хотя бы двух. Здесь даже единение нам точно не понадобится, я так думаю. Так, ну давайте крушитель. Ну не знаю по поводу тиары. Отлично, прям зашло. Так, давай, Фэн, сейчас, пока Харли не отвалилась. Или все-таки отвалится. Ай. Ну это было подло. И все на Харли. Ну хорошо, твари, я вам припомню. Кстати, они используют совершенно разные стихии атаки. Они убили Харли огненными атаками. Как только они это сделали, они переключились на атаки ветра. Это странно. Так, тиара, водоворот. А, нет, не водоворот, ульта. Время ульты. Как раз они все три под ультой попадают. Поехали. Главное, попадай. Так, минус один. Блин, хотя бы две фейки минусануть, уже будет огромный плюс. Ну... Блин, нет, ладно. Если что, так, ты вряд ли что-то сможешь сделать, но хотя под единением... Под единением, возможно, все будет нормально. Так, давай, кота. На тебя большие надежды мы возлагаем. Двух зацепим. Ну, мог бы уже их и слить-то под единением. Что с тобой не так?
А вот Гальда может вполне отвалиться. Угу. Ну серьезно, фейки обычно на ранг, который я получал по инфе от Лолу, они были намного сложнее, чем охранная система силы богини. Не, странно. Так, а метеором мы двух заденем, да? Все, минус два. Харли, конечно, жалко, но сама виновата. Кусок магии, но пригодится. А 37-й пойдет. Няха наша апнула 38-й. Так, фейка тоже апнулась. Мы победили. Чудом. Эти создания были такие приставучие, надоедливые и совсем не милые. Вне всяких сомнений, они были похожи на Эрин. Фэнк, блин, ну это серьезно, слишком грубо. Эй, что ты хочешь этим сказать? Погодь, это же был комплимент. Да ладно тебе, не парься. В любом случае, где же сокровище? Получен канал веры. Угу. Это же... Да, это канал веры. Раз уж мы его нашли, значит мы теперь сможем провести ритуал возрождения богини. Для начала, давайте-ка выбираться отсюда. Вы звали меня, лорд Шерман? По-видимому, Мариана проиграла и вернулась, поджав хвост. Ее преданному слуге повезло меньше. Да, согласно последней информации, ей будет назначен курс лечения. Значит, я последний из четырех владык Поднебесной. Мой черед, даже если это будет стоить мне жизни, я... Избавь меня от этого. Я не ожидал от тебя ничего толкового с нашей первой встречи. Согласен, командующий Шерман. Однако, даже такой, как он, может оказаться полезным для нас. Как говорится, в руках умного человека даже бритвы и дураки смогут найти свое применение. О, я ранее уже слышал это. А к кому отношусь я? К бритве или к дуракам? Решай сам. А я пока расскажу тебе подробности нашего плана. Да, конечно. Конечно, нас в них не посвятят. Дела приняли худший оборот. Уверен, что все хорошо окончится, если ты пойдешь туда. Я имею в виду, ты ведь вечно ноющий трус. Цыц, сиди тихо. Ой, алло. Привет, радость моя. Это папочка. Не могла бы ты передать трубочку мамочке? Сетсука, это ты? Я просто хотел сказать, что люблю тебя. Даже если свет солнца угаснет и растворится луна, огонь моей любви никогда не погаснет. Наша любовь будет вечной. Навсегда. Он уж смирился, короче. Прощай. Ты был крут. Похоже, ты сделал выбор. Но если ты вправду любишь свою жену так сильно, знаешь, тебе не стоит идти туда. О чем ты? Ты всегда можешь уйти из компании. Логично ведь. Господи, что с ним? Кьюи, ты ли это? Что случилось? Мне кажется, цвет глаз Тиары немного изменился, нет? Тиара, что происходит? Эй, Тиара, что с тобой? Не-не-не-не-не. Это ты, фея, в чьих жилах течет кровь богини? Это... этот голос... быть того не может. Умри!
Это плохо. Мы разум Тиары под контролем лжебога. И что делать? Пора заканчивать. Чего? Покинь это место. Ты, нечестивое создание. Ты, богиня внутри тебя. Сгинь. Что происходит? Это... что, я? Похоже, Тиара вернулась в норму. Какое облегчение. Что здесь только что произошло? Ничего такого, мы просто вышли подышать. Не так ли, Тиара? Да. Ясно. Поторопитесь и идите уже спать. Недосып может отразиться на вашей коже. Этому он у Тиары научился. Ой, у Эрин. Наконец-то, мы собрали Фьюри. Мы собрали Фьюри и отыскали канал Веры. Нам еще двух Фьюри не хватает, А и С ранга, так что мы еще не собрали Фьюри. Не-не-не. Теперь мы можем провести ритуал возрождения богини. Правильно, Тиара? Тю ты, блин, или я все-таки заболел? Сейчас чет прям хорошо так расчихался. Блин, не нужно было в этой игре ходить по ледяным подземельям. Да. Прошу меня простить, мистер Фэм. Похоже, к вам пожаловал гость. Гость? Но я уже собрался уходить. Помогите мне! Да ладно. Ты же из Дорфа. Пропасть в полотенце? Ну, это норма. Серьезно, это норма. Разве он не один из четырех, Владык Поднебесный? Зачем он здесь? Стоять! Что, еще одна засада? Нет, это совсем не так. Я пришел сюда в одиночку. Я не желаю ни с кем сражаться. В любом случае, нам некогда сражаться. Только никогда Дорфа охотится за нами. Ой, похоже на ловушку. Да я угадаю, Дорфа наконец-то устала от твоих вечных косяков, и ты сбежал, прежде чем они поняли, что к чему. Как похоже на Дорфу. Именно. Стоять, и вы всерьез собираетесь поверить в его рассказ? У нас нет никаких причин доверять ему. Я не вру, меня объявили врагом Дорфа. Я докажу вам это и покажу слабое место Дорфа. Прошу, сокрушите их. Он по-любому предатель, причем предатель не Дорфа, а предатель нас. И где же их Ахиллесова пята? Да, это секретная фабрика Дорфа, скрытая в долине Зеппели. Секретная фабрика в долине, да? Так, окей. А, стоп. Сначала забежим в лавочку, посмотрим, что мы можем прикупить. В принципе, ничего мы не можем прикупить. К большому сожалению, ладно. Побем взять снова, ничего мы тоже не можем. Так. И где мне, блин, этот камень духа-то найти? Пламени. Боже мой, как все сложно. Так, ну ладно, идем в таверну. А, это враг? Решил напасть под покровом ночи? Дешевый трюк. Самое время вернуть должок. Господи, Эрин, что ты тут забыла? Погодь, чё? Этель? Этель? Я думал, таверен пришла... Все, в общем, выключаем свет, стрим заканчиваем, не будем мешать нашим няшкам. Раз уж Этель пришла к Фэнгу, я думаю, не стоит им мешать, серьезно. Что ты делаешь здесь в столь поздно? Эй, чего это улеглась на мою постель?
Да ладно, что серьезно? Господи, как до такого дошло? А я как чувствовал, что все, надо заканчивать и просто дать им побыть наедине. Блин, все ясно. Нет, не лунатик, это осознанный поступок. Она знала, что она делает, она знала, куда она идет. Все понятно теперь. Ой, не прижимайся ко мне! Если прижмешься ко мне, мягкое, приятное ощущение. Погодь, она что, двигается ко мне? Так, держи себя в руках, Фэнк. Оцени ситуацию. Она пришла в полночь, пробралась в мою постель и начала прижиматься, словно пытается обнять. Пытаюсь сохранить спокойствие, но я... Вот бы Эрин сейчас не зашла. Окей, Рори, хорошо. Вот и все. Она уснула. Какого черта? Она что, лунатик? Фуф. Ну и удивила ты меня. Ну это нормальный лунатизм, кстати, вполне. Я одобряю. Пс, просыпайся, мне точно достанется, если ты уснешь здесь. Спать. Черт, не засыпай на мне. Теперь я вырубаюсь. Блин, выбора нет. Надо будет просто выпнуть тебя перед рассветом. Он проспит. Я чувствую. Что здесь происходит? Он проспал. А, уже утро? Нет, Фэнк, ты чудовище! Давай, вспоминай, что ночью было. А, это Эль... Ах да, точно, прошлой ночью. Прошлой ночью? Что случилось прошлой ночью? Если хочешь сказать что-то свое оправдание, то сейчас самое время. Этель, отойди от него. Окей. В смысле, окей? Ах, бедное дитя. Ты должно быть напугана. Погодите-ка, ребята. Это какое-то недоразумение. Я не делал ничего непристойного. Ее одежда сползла. И вы двое спали в одной кровати. Как это все можно назвать недоразумением? Нет же, ее одежда сползла, потому что она ворочалась во сне. А, вот и ты, Этель. Все, Фэнк, беги. Видимо, она с просонья ошиблась комнатой. Прости, если она доставила тебе неудобства. Как насчет объяснить это все? Как насчет объяснить это все? Я в полной заднице. Уже готов? Готов? Погодь, стоп, я же сказал, я... Никаких оправданий. Да дайте же мне все объяснить. Все закончилось довольно печально. Прости, Фэнк. Мы не смогли тебе помочь. Честно, мы пытались. Ой, чего ты здесь делаешь в столь позднее время? Не могу уснуть. А ты? Находил в туалет. Теперь сна не в одном глазу. Какая музыка и разговоры о туалете. Ох уж Фэй, Фэнсер. Просто идеальное сочетание, не правда ли? Опять думаешь о какой-то ерунде? Я прав? Что за возмутительное заявление? Я бы предпочла, чтобы ты лучше спросил, не беспокоит ли меня что-то. Беспокойство и ерунда — это всего лишь синонимы. Фэнк, чем планируешь заняться, когда наше путешествие подойдет к концу? Ну к чему такая внезапность?
Ну, ты ведь никогда ни о чем не беспокоишься. Даже о будущем. А мне было интересно. На что бы ты подумал о будущем? Опять съехидничала в мой адрес, да? Продолжу быть самим собой. Кто вообще беспокоится о будущем? Мне не нужно думать об этом прямо сейчас. Как я и думала, у тебя попросту нет планов. Эй, не твоего ума дело. Я беспокоюсь о тебе, но и чуточку завидую тебе. Ты честен с собой, никогда не сдаешься и способен жить свободно. Господи, настало время вот просто... В последнее время поперло что-то слишком много милых артов всяких, и да, я думаю, что это при приближении к концу. Знаешь ли, ты тоже можешь жить свободно. Не делай такое выражение лица. Я понятия не имею, как реагировать, когда ты так делаешь. Но порой твоя приспособляемость и оптимизм крайне меня удивляют. Тогда, ну блин, он останется самим собой, все в норме. Не сильно-то смахивает на комплимент. Если бы я могла жить рядом с тобой, тогда, думаю, мне бы не пришлось больше беспокоиться. Это предложение? Если бы я могла жить так... Так сделай это. Просто оставайся со мной. Это согласие. Если не передумаешь, когда придет время, пусть так и будет. Такое будущее не сильно-то привлекательное. Предположительно, я не изменю своего мнения. Я обдумаю все как следует. Окей. Блин, Тиара милаха. Фак! Здесь как раз таки и был выбор, с кем поговорить, с Тиарой или с Эрин. Я выбрал Тиару, и теперь у нас нет диалога с Эрин. What? Плохо. Ладно, идем на набережную. Пока мы собирали Фьюри, я заметила один повсеместный слух. Так, я очень внимательно слушаю. Слух? Тот, в котором все говорят, что если извлечь Фьюри, сможешь исполнить свое желание, помните? Ах да, точняк. Из-за этого слуха я был ослеплен жадностью и извлек Фьюри. Я согласился стать фенсером, потому что ты впилась в меня. Не говори так. Звучит как будто я паразит какой-то. Независимо от того, паразит ли Эрин или нет, насколько правдив слух? Исполнится ли твое желание, когда ты извлекаешь Фьюри? Я не совсем уверена. И хватит звать меня паразитом. Но если бы этот слух был правдой, то зачем бы нужно было воскрешать богиню? Афеям, это известно? Но это не моя вина, что люди верят глупым слухам, ничего не зная о феях. Значит, это всего лишь выдумка? Но я не могу сказать что-либо по этому поводу. Чё за байда? Не очень-то уверенно это прозвучало. Ребятки, а у вас тут, похоже, интересное обсуждение. Ой, Харли! С вашего позволения, я полагаю, слух об исполнении желаний, извлекших Фьюри, настолько же правдив, насколько и лжив. Он, наверное, хочет еды, а может и нет. Как это? В каждой Фьюри содержится неимоверная сила. Возможно, ее можно использовать для исполнения желания. Однако, нужно учитывать размер желания. К примеру, желание исцелить раны возможно осуществить, а вот вернуть мертвеца к жизни, увы, нет. Желание выиграть на турнире по боевым искусствам может осуществиться, а желание править миром нет. А вот и все. Ясно. Ну теперь я поняла. После услышанного, мне в голову пришла чудная мысль. Я настолько умен, что порой это меня пугает. Я даже не знаю, насколько глупого изречения сейчас ожидать.
Невозможно использовать фьюри, чтобы стать биллионерами. Но мы можем использовать их, чтобы поднять деньжат в казино. Я должен незамедлительно отправиться на поиски казино. Я знала, что ты скажешь что-нибудь неимоверно глупое. Кто-нибудь остановите этого придурка! А впрочем, фэнк в своем репертуаре ни чуточку не меняется, все нормально. Все, я привык к этому. Хм. Энни, я думаю, это исполнимо, вполне. И да, мы теперь сможем еще получить инфу, видимо, от Лолу. Вытащить пойти фейку еще одну Оранго и полностью избавить богиню от феек Оранго, от мечей. И у нас останется финальный меч, это меч S-ранга, и все, и богиня будет очищена. Движемся дальше. Приветик, Фэнк. У меня в наличии опять информация по принципу «Кто успел, того и тапки». Желаешь приобрести по этой цене? Да, не вопрос. Спасибо. Фьюри у монстра внутри ледяной пещеры. Интересно, что же это за монстр? Фэнк, береги себя. Да, я в принципе-то готов на все 100%. Так, вон та ледяная пещера. Так, Тиара, не простудись. Едем за... этим самым, где он там? А, ясно. Ну ладно, будем надеяться, нам нужно именно туда, где у нас проход открыт. Нам будет печально, если мы пойдем не в ту сторону, блин. Нам будет крайне-крайне печально. Так, и желательно избегать боев, ненужных нам совершенно. А просто добраться до Фьюри. Снова сейчас у нас будет просто мега и... да, вон Фьюри. Мега эпичнейший бринбой с Фьюри, за Фьюри, точнее, Оранго. Я уже прекрасно помню и понимаю, что это за бои такие. В общем, легкого боя нам снова ждать не стоит. А мы как бы можем... о, господи, фу, не пугайте меня. А мы можем ненароком даже и рипнуться. Так, и да, будем прыгать, чтобы поднять ловкость. Угу. Как бы странно это ни звучало, но... допустим, ловкость Этельки поднимать нужно. Это все работает очень странно, если честно, но, блин, так оно и есть. Так, Фьюри вон там, и там же плюшка. Скачем, медленно скачем. Да, и засейвиться тут тоже нужно было бы. Маленький попрыгунчик. Так, все. Наша Фьюри вон там. Я готов, надеюсь. Ага, один враг, один дракон. А если это дракон, то знаете что? Знаете, его можно попытаться ваншотнуть. Прощай, Пипин, ты был мне как брат, как друг и все такое. А, серьезно, ищули. Попробуем его ваншотнуть. Он не идет у нас как босс, он идет как обычный монстр. Поэтому вполне, я думаю, можно попробовать шотнуть. Ничего бы и нет-то. Но если есть такая возможность, если, конечно, у нас хоть раз Этелька попадет. Тиара сама, блин, не может толком попасть. Он эпичнейший толстый, блин. Я не знаю, как его пробивать. Пипина спасать уже бесполезно. Это все заблудшее дитя. Но он для нас уже интереса не представляет. Его можно, пожалуй, безоткатным ударом кнуть. Да, тоже сплошные промахи. Я хз, как я эту тварь убивать буду. Только если Этели его ваншотнет, тогда все будет у нас отлично оправаться. И снова куча промахов. Блин, это печально. Так. А что если мы попробуем что-нибудь у этой твари украсть? Красный камень дракона пригодится. Блин, мне кажется, это все. Ну да. По большей части, серьезно, это все. Так. А с одной стороны, как бы смешно, с другой стороны, это вообще не смешно. И как бы... а, так, что делать? Надежда на то, что... Этелька сможет эту хрень ваншотнуть. А, так, теперь нам нужно использовать единение, видимо, и использовать хилку. Чтобы нам 40% хп вернуть. Но, блин, больно. Оно, эта хрень просто неубиваемая.
А, так. И, пожалуй, вот так. А, блин, не очень-то и много ХП восстановилось на самом-то деле. А, ладно, Тиара, тогда ты тоже сделай, пожалуй, то же самое. 40% ХП мы восстановим. Давай, Этель, ну, ваншотни ты эту хреновину, пожалуйста. Ясно, минус Этель. У нас, короче, остался в бою один только Фэнг. А, блин, но как бы. А Фэнга эта тварь не убьет, походу, да? Но нам сейчас придется просто по КД использовать огненные атаки, чтобы хоть что-нибудь ему сделать. Ладно. Типа гигаудара, что-то в этом роде. Если мы, конечно, будем попадать по нему. 16 тысяч? Так и неплохо же. Ладно, хорошо. А давайте еще и разрезом пнем. Нет, по-моему, я его из соло запинаю огненными атаками. Они по нему очень хорошо проходят, когда попадают, конечно же. Не, вот от этой атаки я вполне себе неплохо отхиливаюсь. Так, а вот то, что единение слетело, это уже, конечно, плохо. Не, гигаудар, пожалуй. Когда он не использует магию, то мы вполне себе нормально выживаем. Блин, ну и когда мы попадаем, то ему тоже неплохо, конечно. Так, еще одна попытка. Сейчас мы просто сольем всю ману, потом попробуем несколько раз. Блин, а так 6 тысяч без единения. А я еще хочу попробовать по 1000. А, блин, слишком плохо. А все очень плохо пока у нас. Угу, все, маны нету. Атак, урона. У нас тоже почти никакого нету. Все, короче, нам нужна мана. Так, пока ХП. Ладно, это не так и плохо. Так, чего по мане? Чтобы прям... пожалуй, вот так. Не знаю, можно было бы кого-нибудь еще попробовать воскресить, но, блин, я не уверен, что это что-то хорошее, и это нам как-то поможет хотя бы. Единственное, что я мог бы, опять же, попытаться воскресить Этельку, просто для того, чтобы Этелька и затем еще раз попробовать использовать ее главный козырь. Так, давай, Этель, поднимайся. Так, поднялась, умничка. Теперь, Этелька, давай используй единение, и сейчас будем хилиться. Просто в одиночку, нет, это слишком долго его пинать, прям слишком долго. Мне это не нравится. Так, ну и давай хил. А чтобы уже наверняка не рипнуться. Ну и конечно, да, давай лучше атаковать Этель, ну конечно. Так, лови. Здорово, Фокси снова. Так, ХП вроде бы есть, мана есть. Ну, ладно, попробуем попасть. Ну, блин, он же не считается, эта тварь боссом не считается. Этель, ну ваншотнет ее, пожалуйста. Промах? Серьезно? Снова? Ладно, к этому я уже привык. Ладно. Вот это последняя фея Аранка, блин, которая мне нужна, и снова здесь творится лютая боль. Ладно, снова убийство. И теперь, пожалуй, мы ее и похилим немножко. А, блин, мне просто нужно один раз попасть. Удачно попасть по этой твари. Убийством, чтобы она сдохла просто с одного попадания. И все, и большего мне не нужно. Сколько я там, процентов 30 этой твари ХП снес-то? Да, кстати, вы видились уже. Да попади ты, ну господи, ну почему? Этелька, зая ты моя дорогая, ну разочек-то попасть же можно, ну разочек. А, мне плохо.
я верю, что рано или поздно мы-то его убьем, конечно, но... Скорее все же поздно, чем рано. Так, снова попытка использовать убийство. Угу. Так, ну и здесь все по стандарту. Да попади ты, ну Этель, пожалуйста. Попади хоть чем-нибудь, но будь ты няшей. А Фокси, покапси в чатик, покапси, покапси. Ну капсик, давай что-нибудь капсом. Да попади, да господи, снова мимо, ну почему мир так жесток? Ну эта ж тварь не должна считаться боссом. Ну просто. Просто Энни уже блин, умудрилась покапсить. Да не, никакого подвоха, ты чё, какой подвох? Какой подвох, Фокси, не. Я не настолько хитрый. Эстель, давай, да убей ты эту тварь, попади ты хоть раз этой атакой. Ну будь ты умничкой. Ладно, я тогда ультану. Блин, я уже устал эту тварь бить. Я серьезно устал пинать эту, блин. Радует, что это последняя фейка Оранга, которая нам нужна. Мы только пол хп снесли этой твари. Если Этель не будет ее ваншотить, то это будет все очень плохо. Снова промах, конечно же. Не знаю, может быть, когда-нибудь я и попаду по ней. По этой твари, но... Нет, сомнительно. Мы, по крайней мере, попытаемся хоть разок, блин, попасть убийством. Снова промах. Ну, отлично. Я не знаю, ничего другого я уже не ожидаю, в принципе. Я уже привык, а все нормально. Да хватит, блин, пинать Этель-то в конце концов. Она единственная, кто может тебя убить, так что убери лапы свои прочь. Если она хоть раз попадет, то все. А она попадать не собирается. Она еще ни разу на моей памяти ни по кому не попала. Этим навыком, так что да. Ну так. Блин, нам бы хоть что-нибудь, что повышает меткость, вот. А прям серьезно. Снимает эффекты. Блин, вот серьезно, я бы не отказался от бафа на меткость. Угу. Он бы очень, кстати, зашел бы. Так, Этель, давай, разок. Ну, эта ж хрень не должна считаться боссом. Почему? Почему я не могу по ней попасть? Это очень странно. Да не, должна помочь, по идее. Да я просто не верю, что за столько попыток я ни разу не попаду. Но эта ж хрень не должна считаться боссом, серьезно. А, ладно, Этель, давай, раз такая хрень пошла, давай тогда просто будем пинать этого босса. А вдвоем, я думаю, мы вполне... О, еще и защита от... на стихии Этель. Просто великолепно. Ладно, у нас еще времени достаточно, чтобы убить эту тварь в конце концов. Да в смысле? Отстань от Этельки, мразь. Я сейчас все зелья солью. Так, снова. Ну, по крайней мере, уже меньше половины хп у него осталось. А хоть что-то рад. Сейчас бы еще и промахиваться, к слову. Да немало я гриндил. Гриндил я достаточно. Это просто эта хрень такая толстая, неимоверно. И с просто имбовым уроном. Так, я верю в то, что Этелька попадет. Рано или поздно она должна просто попасть. Когда-нибудь это случится и да. Потому что не попадет вовсе. Да не, походу не судьба. Я прям чувствую, что что-то здесь не так.
где-то здесь подвох, и, видимо, зря я стараюсь. Возможно, эта хрень и правда идет как босс, и его нельзя ваншотнуть. А может, там и правда какой-то определенный шанс. Блин, как-то все работает. Просто я думаю, если бы был босс, то была бы шкала ХП, как у босса. Ладно, Этелька, сори, конечно, но все, пора тебе отваливаться, я, пожалуй, убью этого босса обычными атаками. А я сейчас буду просто Фэнга тогда бафать на физу. Угу. Так. Мне нужен сильный тоник. Ультраэфир, ага. Так. Окей, так, это мы заюзали. Значит, следующее, что мы делаем, это серьезный щит. Так, ну и следующее, что мы делаем, это мы используем, пожалуй, баф на физурон. Угу, отлично. А следующее, что мы делаем, это дебаф на физзащиту. И просто будем пинать обычными комбо, не обращая внимания вообще ни на что. Во, пошел вроде как какой-то урон, еще бы меткости у меня побольше было бы вообще шикарно. Так, Фэнг, отхиливайся. Если ты рипнешься, это будет крайне грустно. А если эта тварь использует ульту, не, пожалуй, я похилюсь. От греха подальше, а то вдруг серьезно он использует ульту или счет в этом роде, и я отвалюсь. Будет грустно. Да ладно, я думаю, и так я его запинаю. В конце концов, я верю, что наступит этот момент, ага. Не то чтобы урон прям огромный, но он есть. Это лучше, чем пытаться постоянно там кого-то подкидывать, причем постоянно следить за их ХП. Да вон, у нас и фланг один вполне справится. О, господи. Фу. Процентов 15, может быть 20 у него ХП осталось. Так, главное бы свое ХП не провтыкать ненароком. Твою мать! Да вашу мать! Да как я просто не обратил внимания на ХП? Я просто, блин, не обратил внимания на свое ХП. Как я умудрился отвалиться? А, второй раз, между прочим. Так. Так, где там моя фея? Иди сюда. Так, господи, ну зачем? А сейчас, в общем, будем что-нибудь придумывать другое. Нам нужен другой план. Нам нужен более коварный план. Ну, я понял то, что Фэнгом можно просто пинать на автошотом и не париться особо на навыках. Остальные персонажи, я не знаю, что они будут делать в этот раз. Наверное, умирать, как обычно. А Фэнгом я планирую вообще не отвлекаться, а просто... Блин, все сложно, короче. Все умрут, и Фэнг снова умрет. Там процентов 10 хп у босса оставалось. Я не знаю, это просто жесть. Как это еще по-другому описать? Просто, блин, не уследил за ХП. Просто эта тварь решила, что вполне себе справедливая игровая механика, если он использует атаки 3 раза подряд. Ну, типа, почему нет? Почему нет? Почему не использовать 3 атаки подряд? Типа, какие-то там правила и механики, это ж не... Фух, так, спокойствие. Просто столько пинать! Прошлую тянку как-то запинал, там было сложно, но она запиналась. Давай, Рори, удачки. И это, поправляйся там. Блин, да еще и эта тварь... Стоп. Еще и эта тварь толстая. Но та тянка просто, она была сюжетная. Эта же хрень не сюжетная, это хренька на фейку. Оранга. Блин, мне бы бафов побольше, каких-нибудь итемчиков на бафы было бы лучше. А так мне этого ничего нету. Короче, вот так я тут тварей буду пинать, ага. Эти все, как обычно, отвалятся. Ну, а Фэнг будет просто стоять и под серьезными щами атаковать. А со шотом? Все.
не вижу я никакого другого варианта. Это называется шел на пути к боссу и встретился с какой-то непонятной тварью, и теперь полчаса стою и ее попутно пинаю. Типа, почему нет? Почему нет? Не, какую сюжетку прошел? Как я мог пройти еще сюжетку? Если бы я прошел сюжетку, мне бинго фейки вообще не уперлись. А тут непонятно, где вообще финал-то. Пока что, ну как бы им попахивает, но не сказал бы я, что прям сильно. Нам еще где-то фейку S-ранга нужно будет получить. Поэтому еще, между прочим, пинаем тварь на фейку А-ранга. Что там будет на фейку, блин, S-ранга, лучше не думать, по-моему. А, так, большое зелье, все. Короче, я морально готов. А, блин, ну я ж плюху собирался забрать. Так, все, мы домой. Сразу. Нет, ну ладно. Этот тварь пускай отвечает. Так, все, следим за своим ХП. Следим за своим ХП. Активируем серьезный щим. И просто следим за своим ХП. И все. А что если я вот еще разок использую? А вдруг повезет? Ну серьезно. Не знаю, что группа на это надеется, но все же. Сомневаюсь я, что это можно сделать в первом прохождении, так что в первом прохождении вряд ли их можно добавить. Не было ни одной возможности. В дальнейшем возможно, но это уже типа МГ+, так что да, там не было ни одного выбора. А сканировать, кстати, надо бы. А, стоп, я же забыл, у него еще и украсть чего-нибудь. Точно, точно, точно. Так, сначала крадем. Да хотя сканировать же бесполезно, можно просто сразу даже украсть попробовать. Там какой-то камень дракона или что-то в этом роде у него там было. Да, красный камень дракона. У него, в общем, сопротивляемость только, пожалуй, да, сопротивляемость воде и льду. Ясно. То есть водой и льдом его атаковать бесполезно. Ау! Ау! Уровень выше 40, ну, здесь косячина. Но амулет Эмили мы получили. Там, по-любому, не было другой возможности. Его и так давали. Так, отлично, Фэнк, живи. Так, ты сейчас умрешь. Ну, в принципе, Аполлон не особо-то нужен был в отряде. Да вот если бы Эмили... А, Эмили. Блин, вот если бы Эмили была возможность взять свой отряд, это было бы уже другое дело. Да, от самого Аполлона. Такое. Рип, да. Он сделался тут уже. И отъехал. Мы серьезно пытались его спасти. Угу. Так, все, Фэнк, давай, автоатаки на тебе. Блин, ненавижу длинные битвы, когда ты в самом конце проигрываешь, и все приходится повторять сначала. Ух, кстати, по 3 ката пролетело. Неплохо. Но это нужно было бы много гриндить на тот момент. Да, блин, гриндить, не все так просто. Пока нету, не было времени совершенно на гринд. А, на крушитель. Так, по-моему, в прошлый раз наши нубы отвалились уже до этого момента, они были мертвы. Так, ну в этот раз им тоже как-то не особо что-то. Что-то как-то. А, все, минус один есть. Но я продолжу пытаться их спасти. А вот, просто потому что типа могу. А, так. Пытаемся что-нибудь сделать. Ну, на основной сюжет я сомневаюсь, что это хоть как-то повлияет. Вот, чуточку.
Я не знаю, ну на кой Лола в отряде? Она же не Эмили. Меня Лола как Лоля совершенно не привлекает, так что... О, по поводу денег тут, кстати, да. А здесь проблем вообще нет никаких. Господи, да попади ты в планк. Не беси. Рип. А, нет, не рип, ладно, хорошо, все не так плохо. Так, Зая, может ты в этот раз попадешь? Ну, может быть попадешь. Я все еще, блин, не исключаю возможность того, что убийством по этой твари можно попасть. Иначе эта штука бесполезна. Так, ну сначала мы похилимся. Максим, я уже сканировал этого босса и смотрел его характеристики. И урон землей, и он мертвый лежит. Он совершенно бесполезен. Хм. Так. Чё-то как не особо он отваливается, но хотя бы все, кроме Пипина, живы. Так что... Пока не все так плохо. Господи, самые меткие персонажи из всех самых метких персонажей, это у меня в отряде. Да, с этим трудно поспорить. Так, все, держи убийство, а вдруг выйдет. Хотя очень сомнительно. Так. Снова нужно похилить. Как бы. Ну там всем, кроме фланга, да, нужен хил. Ладно, тогда так. О, Тиара, поехали. Так, штормовой вальс, давай, ультаем. Все равно толку мало, сейчас будет защита, да? Да, защита. Ну, хоть какой-то урон наносится. Все же неплохо. Напинать его, блин, мы будем долго, да. Это однозначно. А, кстати, я же кражей-то попал по нему в прошлый... Нет, по-моему, я даже кражей-то в прошлый раз не попал. В смысле убийство? Будет срабатывать или нет? Ну, давай, Фэн, пробей ты ему защиту. Сделай ты с ним хоть что-нибудь. Возможно, убийство сработает лучше, когда... Защита у этой твари будет пробита. Ну-ка. А, промах снова. Ладно, я не удивлен. Ничуть не удивлен. Совершенно не удивлен. Все в норме. Так, ну, минус защита. Отлично. И теперь, я думаю, самое время, пока у этой твари... А защита в минусе, использовать вторую ульту. На, Лола Фиеш, точно. Такое. Да-да-да, кстати, Харли об этом же упоминала. Вот оно, господи, нужно было просто сбить защиту и ультануть по этой твари. Сдохни, мразь. И да даже мне плевать, что там... Защита от льда, мне кажется, сейчас все равно нормально зайдет. Должно нормально зайти. Лови. Ню. Чё там? Блин, почти! Серьезно? Давай, Яра. Все. Наконец-то. Нужно было просто обычными атаками сбить ему защиту, потом ультануть, и все. Вот. Все, что нужно было сделать, господи. Рами. А, да, окей. Я все. Фух, я устал. Так, нам нужно теперь пойти и запинать по-быстренькому. Фейку, последнюю фейку А. Ранга на телебоге.
Ребят, игра вылетела. Блин, серьезно? Серьезно? Я не знаю, что здесь можно еще сказать. Я не засейвился в этом моменте. Не, я все могу понять, но я только собирался засейвиться. Это, блядь, даже, сука, не смешно ни разу. Вот вообще, блядь, ни разу это не смешно. Это стоило же столько убивать этого босса просто для того, чтобы в итоге игра вылетела, как только я собирался засейвиться. Ну, в принципе, ничего удивительного. Ладно, ребят, давайте на этом первый наш сегодняшний стрим закончим. Я потом, после стрима, попытаюсь эту хрень убить и засейвиться. Я-то знаю, как его убивать, но от этого как бы легче особо не становится. Где-то, ребят, через 1,5-2 часика у нас будет еще один стрим, и снова по Fairy Fencer. Я пойду немного похомячу, наведу там на кухне порядок, в общем, займусь какими-нибудь полезными делами. А на этом этот стрим мы закончим на вот такой вот, блин, печальной ноте. Я как чувствовал, что какой-нибудь бред случится. Эта игра никогда еще не вылетала. Вот, и во время стримов, и во время гринда. Но вот сейчас, на этом конченном бою, она все-таки решила вылететь. Просто аплодисменты. Ладненько, ребят, все, через 1,5-2 часика встретимся. Анонс будет либо в ВК, либо на Ютубе. Пока.